Крохотная съемная квартира на окраине Арсеньева для этой маленькой семьи стала вторым домом. Из Владивостока сюда переехала Настя вместе с мамой, спасаясь от отца дебошира. Пристрастие к спиртному и никакого участия в судьбе дочери – это все, что вспоминают о нем. Мне вообще не помогает, никогда ни алиментов, я ее вот сама поднимаю, работ много. С приморской столицей у девочки связаны и хорошие воспоминания. Отличная учеба в школе, успехи в спорте и творчестве. Изо всех сил старалась быть лучшей, признается Настя, и в подтверждение достает богатое портфолио. Грамоты за победы в олимпиадах, спортивные награды. В городе первое место заняла по чемпионату математика. В руках у девочки дорогой ей снимок. На нем Настя с танцевальным коллективом, в котором она занималась несколько лет. Но мечты о сцене пришлось забыть из-за проблем со здоровьем. С раннего детства ее мучили приступы удушья, с которыми нужно было справляться. Приходилось всегда иметь под рукой лекарства, а иногда вызывать скорую. До 10 лет Настю лечили от астмы. Оказалось, это заболевание врачи диагностировали ошибочно. В один прекрасный момент она прям закричала: «Бабушка, мама, я не хочу умирать». Испуг. Ну вот, правда, сейчас случилось это, и вся твоя жизнь оборвется сейчас. Установить истину помогла врач скорой помощи. Кардиолог обратила внимание на шумы в сердце. Настю срочно госпитализировали и обследовали. УЗИ и эхокардиограмма показали врожденный порок сердца. В подростковом возрасте деформация сердечной перегородки у Насти стремительно увеличивается. Спасти ее может только операция, которую берется провести выдающийся хирург из Словакии. Павел Говора вновь посетит Владивосток, чтобы поделиться опытом с приморскими коллегами. Его уникальный метод позволяет спасать сердца без разрезов через бедренную вену пациентов. Вот только цена необходимых для манипуляции материалов доступна не всем – 450 тысяч рублей. Помогите мне, пожалуйста, кто сможет. Я не соберу на операцию такие деньги. Она очень хорошая у меня девочка. Медлить с операцией больше нельзя, уверены кардиологи. Дальнейшее развитие сердечной болезни в любой момент может закончиться печально. Чтобы подарить Насте оселедец полноценную жизнь, достаточно с любого сотового телефона. На короткий номер 5542 отправить смс со словом «Дети». Стоит оно 75 рублей. Елена Штылина, Анатолий Гаврилов. Вести, Приморье.